Oh!
Thank you.
Ты знаешь все теперь, в твоих руках последняя надежда исцеления. Но где она, ее я должен видеть? Она теперь заснула, утомясь от зноя и прогулки. Что ж, тем лучше, я смотреть ее во сне могу удобнее. Марта и Бертран, проводите врача к голубке нашей. Она страхом жду решения твоего. Она кричит, надейся на него. Всего лишится все,
твое лицо бесстрастно, неприметно и темно, как твоя наука. Тщетно хочу прочесть ответ твоих чертов. Надейся, государь, велик Аллах, воистину велик и благ. Постой и дай мне высказать мое решение. Возможно исцеление, но только говори, какой ценой все отдам, над чем имею власть я, дай только его врач увидеть свет. Она должна узнать свое несчастье о слепоте. Даешь ли ты обет ей зренье возвратить? Божьей власти наука не всесильна, обещать я не могу. И я о мрачной доле убожества ей должен рассказать, раскрыть всю глубину ее несчастья, не ожидая доброго конца. Помог жестокий, нет тебе участия страданиям бедного отца. Как обманулся я моей надежде, отныне я не верю никому. Прощай. Ты властен сделать все, но прежде дай мне сказать, решению моему ты подчиниться можешь или нет, но я обязан дать тебе совет. Два мира, плотский и духовный, во всех явлениях бытия здесь слились волею верховной, как неразлучные друзья. На свете нету впечатления, что тело знало б и одно, как все в природе чувства. Не только в нем заключено, и прежде чем открыть для света мирские смертные глаза, нам нужно, чтобы чувство это познать сумело. Возможно, что желание пробудет свет телесной тьме. До сих пор я
сердцу надо слепоте еще ждать исцеления. До вечера я буду ждать здесь, в этом замке, решения твоего. О, дочь моя, Иоланта, нет, нет, не может быть, вот сюда ценою жизни купит. Кто пожелает тайну ей открыть? О, бешено! И врач отцов